16. Ну, здесь понятно, будем калечить идти. Нормально. Нормально. Это еще и флип, то есть лучше, чем просто мы ожидали. И ревер убивать. Я не понимаю, как работает ГСЧ на покерке, честное слово. Так. Не знаю, тут 3 можно колить и сквизить. Нормально, это и та опция. Чувак прям плотно лупит. А здесь баунти будет. Пойдем калечить. Ну иди сюда. Иди сюда. Тузы не годятся, ребята, сразу говорю. Иди сюда. Иди сюда. Да кол. Замазали, блин, капец. Ну что, 9 лечит? Ох. Ух, жесть. Ну, по грязи. Блин, надо было его сейчас поизолировать. Ну, сейчас на его эту ставку просто в лицо получит алым. Просто потому, что они очень любят конвертить. Без оснований. Ну иди сюда, что-то. Ух ты, ёшкин кот, еще этого-то обыграть надо. О, десятка. Да ну ладно, ладно, десятку. Да ну ладно. Гоните, что ли? Ну че кол тогда, конечно. Раз так закрывают, красиво. Так, здесь рейс. Так, чекнем. Кольца дадим. Чек. Нифига себе флеш. Ничего себе, человек. Флешка. Чек, чек, чек. Чел проблефовал, сказал I want to call на ривере. Я нажал call. Там блеф. Стилитет, смешно. Бэт, бэт, бэт сыграл. Отлично, меня просто заплатил, чувак. Это прекрасно. Лым поставлю. Хоть туз два разные, фиг знает. Ой. Туз 10 сьюта, да, можно рейс пасиком было. О, дележка сейчас будет. Давай, а, двойка не лечит. Уже ничего не лечит. Туз, туз, там он пи... Ёшкин, матрёшкин. Серьезно, так вот, да? К сволочному. Туза. Понятно, здесь тузами удвоение. Чё там? Туз 5 разные. Люди из нокаута там вообще все что угодно тебе зарестили. Всем спасибо, давайте, не грустите. Еще будет стрим в субботу, скорее всего. И, может быть, в пятницу там кое-какие движения тоже нарисуются. Всем пока, давайте. До скорых встреч, как говорится.